Я свое лекарство. Какое лекарство? Лекарство называется Ситуатин. Оно делает тебя очень спокойной. Сестра, мы готовы. Не имеете права. Все, но доктор Дин? Вообще ничего. Те же видения, что и прежде. Понятно. Держи, Френ. Прими свое лекарство. Какое лекарство? Ты офигел, что ли? У нас мало времени, Френ. Прими лекарство сейчас же. А не пошел бы ты в жопу, а? Что у нас тут? Пациент? Он один из далекой психиатрической клиники Освальда. Сволочь, они думали, что я сбежала. У сволочи, так. Мне 10 лет. Так, Френ Боу. Дагенхарт. Дело какое-то. Лечение. Марсель Дирн, понятно. Этот Марсель решил меня себе присвоить, блин. Сволочь. Разберемся, Френ. Что за коска? Мы свалим из-за коска. А тут как в тюрьме. Маяк стоит, у которого хрен сбезис. Сбезис тебя поймают. Твой котик, наверное, мертв. Девочка, уходи, не работаю. Вот ты сволочь. Пнуть бы тебе или кофе. Я кофе твою выпью. Выпью твою кофе. Это была не я. А кто? Кто это был? Кто-то не хочет. Он. Кто он-то? Ой, мамочки. Тремор. Все двери закрыты. Ты должен за моих игр. И никто не поможет тебе сбежать. Стоп, ты слюной подавился, противный монстрюга. Господи, меня спалили. Погнали, Френ. Нам повезло. Вниз, папа, погнали вниз. Нам нужно будет осторожнее быть. Стоп, эта смокодявка меня не поймала. Всему пирога дам. В лицо ему. Пирог в лицо. Авария прямо как в Чернобыльской станции. Вы меня не поймаете, мои монстры. Нет? Фиух. Твою за... Не убегай, пятак. Твоя задача и быть убитым. Прогулка по берегу и займет немного времени. Естественно. Потому что это находится тот хрен знает где. Господи! Это тебе уровень с призраком, что ли? Ты чё меня пугаешь? Вы чё офигели, что ли? Убью! Убью! Ты вас узнать. Я хотел заклинать! Бли-б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 ли
Ну, где там он именно? Подожди, это не то заклинание, ты нас обманула! Давайте! Блин! Ты пиздина! Ну, в общем, короче, попускаю это. Бесполезную весть. Берем бесполезный тупой камень. Бери камень. Бери камень, Тиэл. О, я пойму этот камень. Он блестящий. Он просто блестящий, поэтому ты его в руки взял. Бери остался, блестит. Думаю, что это рубин. Напрасно думаешь. Рубины по-другому выглядят. Ее. Достал сумочку только потому, что я лучший. Не бойся, мой друг. Котик, остановись, пожалуйста, не оставляй меня. Не бойся, они тебе не съедят. Ауч, я упал злом на дерево. Злого бревно, а не дерево. Ух, где какая пустостая хрень. Тут написано. Ох, ничего себе, я ничего не понимаю. Я тоже ничего не понимаю. Примерно я точно так записан, писал на русском языке. Учителя такие читают. Господи, я ничего не понимаю. Прямо так, как ты и сказал.
Походу, великий волшебник. Привет. Это ты, Гарри Поттер. Вот я заколпак, старый ты хрен, который ничего не знает. Ой, господи. Ой, сутка видеть. Надеюсь, не было не больно, а нос не воткнулся мне в спину. Скелеты. Энн, готово. Я лучший химик. Именно поэтому у меня была по химии двойка. Ты очень храбрая, дорогая. Следуй за мной. Ты трус, что ли? Кто кроликов боится? Я боюсь кроликов. Ты должна пойти со мной. Я тебя охренел. Иди в лапу. Иди в лапу. Ты смягал. Не зверни меня, глаз. Не разрисаю, зверни меня. Иди к тому, теперь кто все знает. Какое-то тело там все знает. Вон он, глазастый. Привет, глазастый. Ты все знаешь? Я вот вообще ничего не знаю. А ты что-нибудь знаешь?